Александр, добрый вечер. Добрый. Видно, слышно, нормально? Да, прекрасно. Видно, что у вас солнечно и красота абсолютная. Друзья, мы тоже рады вас приветствовать. Если бы вы знали, как мы пробирались в эфир с Александром, вы оцените наши старания по направлению ко встрече с вами. Друзья, я помню после нашей январской конференции, сколько было у вас вопросов, а давайте что-нибудь сделаем, какие-то мероприятия, чтобы почаще встречаться и обсуждать с Александром вопросы инвестиций. Ну что ж, друзья, мы со своей стороны наши обещания выполняем, и сейчас я с радостью передам слово Александру, он будет делиться с вами своим опытом, и ждем ваши вопросы, постараемся, чтобы Александр и на них тоже ответил. Александр, эфир ваш. Да, спасибо большое, да, действительно, сегодня проблемы с мессенджерами были, я сегодня тоже с некоторыми нашими знакомыми не мог переписываться, видимо, у Фейсбука или где-то еще были трудности, а может быть и со стороны России, кто его знает, может начинается то, о чем мы с вами говорили, что возможно, и будут отключать интернет, если это будет выгодно некоторым деятелям российским, у кого есть власть это сделать. Смотрите, я так предполагаю, что основное, что я сегодня должен делать, отвечать на ваши вопросы, потому что вы, наверное, уже устали слушать мои лекции о том, как зарабатывать безрисковый рынок, как обгонять рынок на безрисковых инструментах и на малорискованных, то, чем мы занимаемся уже много лет и чему мы обучаем вас в рамках наших социальных проектов и то, что мы обсуждали в прошлый раз, когда у нас был эфир с Василёй. Давайте, только я не знаю, а эти вопросы, они будут мне, я тоже их буду видеть, или как нам лучше поступить, чтобы было максимально полезно и интересно всем слушателям? Давайте для затравки какую-то что-то буквально на 5 минут, и сейчас как раз будем собирать вопросы, вам сюда в чат скидывать. Так, а я буду их видеть на экране, да? Вот этот чат должен появляться. Окей, а то я сейчас сделал так, распределил все по экрану. Надеюсь, увижу в этот раз, а то в прошлый раз ничего не видел. Смотрите, ну что самое интересное сейчас происходит на рынке? Американский рынок, как вы видели, довольно хорошо вырос. И когда цены на активы растут, нам надо думать о следующем. Вот цена, которую мы сегодня платим, это не что иное, как право требовать будущие денежные потоки. Вот покупаем мы акцию, мы сейчас говорим про рынок акций, потому что его легче всего мониторить, потому что доступ к бондам есть не у всех, а к акциям, я думаю, каждый человек, который установил приложение популярное какое-нибудь торговое, имеет возможность Авонского. Как раз, да, вот отлично. Вопрос вот вокруг Tesla, вот я и говорю про американские акции. Видите, как совпало, я уже предчувствовал этот вопрос. Американский рынок довольно сильно вырос. Мы видели, что он восстановился гораздо быстрее, мощнее и выше, чем остальные, включая азиатские рынки, что, в принципе, в первую очередь отображает эффективность американских властей по борьбе с коронавирусом, то есть вовремя были выданы средства, чтобы помочь населению, потому что, когда мы перестаем двигаться, перестаем путешествовать, перестаем сидим дома, то, естественно, многие бизнесы, которые ориентированы были на наш привычный образ жизни, они начинают страдать. И задача властей – не дать этим бизнесам страдать. Поэтому американские власти достаточно хорошо, быстро начали помогать своим гражданам, что привело к тому, что компании не сильно потеряли, я говорю про основную массу компаний. Вот. И сейчас рынок достиг очередных высот. И вопрос, который чаще всего нам задают наши клиенты, говорят: «Саша, сколько еще будет он расти, будет ли он расти или уже хватит?» И вот то, что мы видим, вот опять немножко basics, мы сейчас будем обсуждать что-то и ссылаться всегда на не то, что на теорию, а на науку, как это сделать, как это объяснить научно. Вот то, что мы платим сегодня, это не что иное, как право требовать будущие денежные потоки. Если мы акционеры, мы требуем часть bottom line. Bottom line – это чистая прибыль, которую компания зарабатывает, минус все расходы, которые она несет по продаже своих товаров, работ, услуг. И американский рынок, как мы видим, платит в среднем 80% этого bottom line. Поэтому, когда мы делаем какие-то предположения, мы исходим из 10-летнего периода. Мы смотрим, сколько конкретно заработает какая-то акция или даже индекс. Давайте начнем с индекса. Вот мы просто сразу в акции перешли. И это, я понимаю, что это самое exciting, потому что американские горки, Tesla, всем это нравится. Но люди начинают забывать, откуда ноги растут. Почему? И вот опять GameStop, Tesla, да, в принципе,
опять же, видите, наиболее волатильные бумаги – это то, что вызывает интерес. И скажу вам честно, вот сколько лет я не работал на рынке, какие российские бумаги есть, сколько лет я не работал на рынке, я не встречал никогда человека, который инвестировал бы в высоковолатильные активы и оставался бы в плюсе on the long run, как говорится, на длинном диапазоне, на дистанции, как по-русски говорится. Вот, я таких не встречал. С другой стороны, я знаю очень много людей, которые заработали много и продолжают зарабатывать, которые начинают с безрисковых инструментов, потом повышают немножко градус риска с каждым следующим шагом, с каждой следующей ступенькой. Так вот, давайте подумаем, вот, прежде чем перейти к акциям, буквально там, 3 минуты потратим, чтобы напомнить вам, откуда, как их анализировать с точки зрения вот, финансиста, инвестора. Вот у нас всегда есть возможность инвестировать без риска. Это наш нулевой этаж. Мы всегда можем сделать так, чтобы мы получали процент на наши деньги. Да, небольшой процент, но мы его будем получать. Это купив национальный долг страны в национальной валюте. Федеральный долг в национальной валюте. В России это ОФЗшки, в Америке это US Treasuries. Есть безрисковая ставка, так называемая. Она полностью безрисковая, если рейтинг страны достаточно высокий. Да, есть всякие крейзи-диктаторы, которые могут не заплатить по национальным бондам. Это, конечно, смешно, потому что всегда можно деньги напечатать, заплатить. Но мы знаем, что теоретически такое возможно, что кто-то сойдет с ума. Если это диктатура, если все зависит от одного человека. Тогда да, такой риск есть. Но тем не менее, сейчас об этом говорить не будем. Вот в Америке вы можете сейчас разместить под 1% на 10 лет деньги в трежерис, ничем не рискуя, сидеть и спокойно их зарабатывать. Но у вас также есть возможность вложить в акции. И если вы идете в акции, вы должны предполагать, что вам заплатят больше. А какие денежные выплаты вы получаете, будучи акционерами? Будучи акционерами. Если вы купили бумагу и сидите в ней, какие деньги вам приходят? Вам приходят всего две формы этих денег. Это дивиденды и байбеки. Это выплаты, которые получают акционеры. Так вот, если посмотреть весь рынок американский, весь S&P, даже можно шире взять, то в среднем компании выплачивают 80% чистой прибыль. В среднем, на большой дистанции. Поэтому, если мы можем предположить, какая будет чистая прибыль на протяжении 10 лет, то мы можем сравнить эту инвестицию с 10-летней бумагой трежерис. Единственное, что у нас неизвестен номинал погашения. Но к этому мы вернемся. Зато мы знаем, какие мы будем денежные потоки получать в процессе. И вот если мы посмотрим всю историю американского фондового рынка, а он самый старый, самый большой, поэтому его проще всего анализировать, и там статистики много, плюс очень хорошо работает закон. То есть если деньги по каким-то причинам не доходят до акционеров, не связанным с реальным бизнесом, то есть незаконным причинам, то есть то, что происходит вот в России, если деньги идут на капексы непонятные, чтобы друзей своих немножко обогатить, то за такие вещи в Америке сажают в тюрьму. Поэтому в Америке это очень редко происходит. Я даже не помню последний раз, когда это происходило, честно говоря, таких кейсов. Поэтому его легко анализировать. Сколько компания зарабатывает, вот она честно заплатит своим акционерам то, что акционеры, в принципе, должны получить. И вот мы видим, что если мы возьмем всю историю американского рынка и вернемся на 100 лет назад и разместим $1 в безрисковую ставку, $1 в S&P 500. S&P 500 просто отображение всей американской экономики. 80% американской экономики. Достаточно хороший прокси, говорю. То мы видим, что в среднем человек, который купил акции, обгонит того, кто купил безрисковый инструмент, на 4,5% в год. В среднем за последние много лет. Ну там 4,5, 4,55, 4,60. Ну, в среднем вот эти диапазоны. Поэтому что это такое? Это есть премия за риск, премия за то, что мы идем в конец очереди, премия за то, что мы говорим, ребят, мы отказываемся от безрисковых денег, мы готовы рискнуть, но заплатите нам больше за то, что мы рискнем. Вот давайте посмотрим сейчас на S&P 500. Мы можем спокойно посмотреть, сколько компания выплатила акционерам за последний год, за 2020 год. Это в публичном доступе есть у десятков аналитиков в интернет-ресурсах, найдете спокойно. И потом вы можете сделать облигации S&P 500, это акции. S&P 500 – это не облигации. Вы можете спокойно сделать следующее. Посмотрите, опять же, мнение аналитиков, насколько компании увеличат свои дивиденды в среднем, которые входят в S&P 500 в следующий год хотя бы. Ну, они делают прогноз. Год 3, 5, 10. Можете сразу 10 посмотреть.
увидите, что в среднем у них будет рост на 5 с лишним процентов. 5,5, 5,4, я уже забыл сколько. И можете спокойно экстраполировать. Взять, сказать, вот в 2020 году они нам заплатили в среднем, если сколько, грубо говоря, $1000, значит, в 2021 заплатят на 5% больше. $1055. И так далее. И вот теперь посмотрим, если мы сегодня покупаем S&P 500 и 10 лет его держим, сколько мы получим денег всего? И сколько мы получим, если мы сегодня купим US Treasury с 10 лет? И вот мы увидим, сколько, какой сейчас заложен спред, какая сейчас заложена премия за то, что мы идем в акцию. И если эта премия больше справедливой, исторической, 4-5%, значит, есть смысл это делать. Значит, нам платят больше, чем должны платить. А когда нам платят больше, это классно. Вы все хотите устроиться на работу, где у вас зарплата больше, чем средняя. Или вам платят больше, чем вашему конкуренту, вашему соседу, вашему коллеге. Так и здесь. Мы идем в S&P, когда он платит больше, чем он должен платить по историческим меркам и по... Там еще несколько методов есть, как мы оцениваем эту справедливую стоимость. Она везде 4-5 получается. Справедливая премия за риск. Вот сейчас премия уже справедливая. То есть сейчас весь рынок S&P расти дальше может, но это уже будет такой overreaction. Это уже будет чересчур успели заработать на фонде. Чересчур оптимистик. Ну, конечно же, вот справедливое значение сейчас достигнуто. Что мы делаем в таких случаях? В таких случаях надо тщательно смотреть, какие акции еще не выросли настолько, по каким акциям еще премия есть. Поэтому мы идем от индекса, от всего S&P 500 и начинаем смотреть конкретные акции. И когда мы находим бумагу, по которой прогнозные выплаты дают нам премию больше, чем среднюю, с учетом риска этой компании, то мы их покупаем. Поэтому сейчас прошло время, когда мы говорили ровно год назад. Я помню, у меня видео есть, я там у камина сижу в Чикаго. И я сказал, ребят, ну рынок не может не расти, потому что премия там зашкаливает. Вот просто чего угодно купите. Просто индекс купите. Купите хаотично любые компании из индекса. Я поставлю денег на то, что вы заработаете. Они вернутся к справедливому значению. Сейчас сам индекс к справедливому значению вернулся. Сам индекс. Поэтому мы начинаем смотреть конкретно на компании. Вы говорили про Tesla, вы говорили про GameStop. Это что, опять же, что это за акции? Если мы покупаем их с надеждой, что завтра в Reddit выйдет очередной блогер и напишет, все, давай сейчас нагнем очередной фонд, соберемся это сделаем. Это такой моментум трейдинг, который оторван от реальности. Можно им заниматься, это как казино. Но мой совет вам, лучше сходить в казино. Потому что шансы того, что вы выиграете, проиграете и торгуете на моментуме, они в принципе одинаковые. За исключением комиссии, которую вы платите за, и все издержки, связанные с торговлей. А когда вы приходите в казино, в принципе, шансы такие же. Там чуть-чуть перекос в сторону казино, но, опять же, есть стратегии, которые минимизируют его и даже в вашу пользу немножко разворачивают. Но в казино вы хоть познакомитесь с девушками, выпьете хороший алкоголь, посмотрите хороший шоу. Поэтому я не советую вам играть в эти игры. По всем показателям акции Теслы принесут вам меньше, чем 4,5-3. Даже если оптимистический сценарий, заложенный самим менеджментом, самим Маском, реализуется. Все равно те выплаты, которые получат акционеры в процессе держания этой бумаги, они будут меньше, чем справедливое значение. Поэтому стоит бы, какие страны у вас в портфеле, стоит ли входить сейчас в Теслу? Большой вопрос, мы в нее не входим. У нас, мы рассматриваем, ну, до этого у нас были, естественно, акции российские, потому что большую часть времени мы в России фокусировались на российском бизнесе. Сейчас российский рынок нам не очень интересен в силу политических событий происходящих. Мы думаем, что в случае эскалирования ситуации российской власти потребуются деньги. Где российская власть может брать деньги? Ну, естественно, у бизнеса. Поэтому деньги просто будут не доходить до акционеров. Путем налоговых, повышения налогов, путем дополнительных капексов и так далее. В общем, найдут способ сделать так, чтобы до bottom line, до чистой прибыли деньги не дошли. Поэтому быть акционером в российских компаниях не лучшее сейчас время, в принципе. Даже если это компания супер маржинальная, у нас есть такие компании, я в прошлый раз тоже называл, когда год назад они все уже достаточно хорошо выстроили. Наши топ-пикс, они публично известны. Но я думаю, что они все равно под риском. Даже если совершенно частная компания, не связанная с государством, это не защищает ее от того, что завтра к ней не придут и скажут, слушай, надо вот помочь родине.
и так далее. Акции каких стран, я отвечаю на этот вопрос. Мы фокусируемся в основном теперь на Америке, потому что в России особо делать нечего. В Европе вы видите, что любые компании, аналоги американских в Европе, перформят хуже. Дают меньше и дивидендов, и ростов меньше. Можете индексы посмотреть, наложить один на другой. Почему это происходит? Потому что в Америке капитализм. В Америке правят деньги. Тут главное, чтобы до акционера дошли деньги. Как можно больше. Они верят в то, что это поможет сделать жизнь лучше всем. В Европе все-таки нотки социализма есть. Те, кто живет в Европе, знают там, с точки зрения healthcare, и медицина, и образование, и помощь мигрантам, и социальные все прогнозы, программы, и повышенные налоги, они не дают возможности максимизировать долю денег, доходящих до акционеров. Поэтому если возьмем банк такого же размера, такого же, стоит ли у вас учиться? Конечно, стоит. Вы сейчас слушаете, уже учитесь. Конечно, мы на учебе более подробно все это обсуждаем, но смысл тот же самый. Мы вам даем понять, что именно, как работают финансы, как работают рынки, откуда деньги зарождаются. Мы даже неэффективность ловим в момент, когда она зарождается, когда в момент выпуска денег. Деньги же выпускаются и выплевываются в экономику. А как это происходит? Вот этот процесс весь, кто-нибудь из вас знает, вот когда вы разберетесь в процессе, вы увидите, что там зашита безумная неэффективность. И даже на ней зарабатывая, вы уже будете обгонять рынок. И поэтому каждый, кто прошел наше обучение, даже первое занятие, он после первого занятия разрывает рынок, мы даем гарантию. Еще ни разу не было, чтобы не реализовалось как бы, вот это, то, что мы обещаем. Вот вчера у нас было занятие, там было 6 девушек было в группе, ну, 5 девушек там, и помощницы, которые в презентацию все это приводят. И они тоже, они не верили никто, но вот у всех пятерых они увидели, что рынок разрывается после того, как мы эксплуатируем вот эту неэффективность, главную заложенную в процессе выпуска денег, что таргетирует центральный банк, когда производит эмиссию денег, каким образом деньги идут, куда они поступают, через какой инструмент можно поучаствовать в этом процессе. Вот, ну это ответ просто вопрос меня сбил. Говорили о том, какие акции у нас. Вот у нас мы фокусируемся на американских бумагах, потому что европейцы возьмем банк американский, такой же банк европейский. Посмотрите на динамику акций, посмотрите на дивидендные выплаты. Возьмите нефтяную компанию, американскую нефтяную компанию европейскую, крупную. То же самое. Вы увидите, что европейцы все время underperform. И не то, не потому, что они хуже, а потому, что просто больше денег идет на социальные нужды и туда, куда в Америке их не забирают в процессе распределения прибыли, между, в процессе вот этой цепочки от получения выручки до получения прибыли. Поэтому у нас в основном американские, но у нас есть, мы недавно приобрели команду квантов, я их называю кванты, им очень не нравится это название, потому что они все считают более глубокими, чем просто те, которые цифровые анализы делают. Они у нас анализируют 600 тысяч публично торгуемых компаний. Сейчас там около 700 тысяч публично торгуемых. Мы просто не идем в некоторые юрисдикции принципиально, потому что мы там боимся, что в какой-то момент могут активы исчезнуть, и мы не сможем на них претендовать. Поэтому около 600 тысяч компаний они регулярно, перманентно анализируют с точки зрения, какая премия заложена сейчас на будущие денежные потоки на 10-летний период. И мы всегда формируем список, у нас несколько эшелонов. Есть там негодяи, это первый эшелон, как вы все знаете, кто прошел наше обучение. Те, которые платят, у которых цель платить акционерам больше, чем предыдущий год всегда. Которые ни разу в жизни не понижали дивиденды с момента своего основания. Мы говорим, такие же, как Whitestone. Whitestone ни разу в жизни не выплачивал акционеру меньше денег. Мне как акционеру я каждый год получаю больше, это моя задача. Я делаю все, чтобы это сделать. Поэтому такие же компании, как мы, негодяи, они вот это крупнейшие американские корпорации. Их проще всего анализировать, потому что из-за того, что у них задача всегда повысить дивиденд, мы всегда, его легче прогнозировать. Его легче в модель нашу анализировать через нашу модель и видеть, какая заложена премия. Это вот первый эшелон, он самый надежный. Потом идет второй эшелон, это компании, которые очень хотят такими стать, у которых цель двигаться по этому направлению, которые нанимают консультантов, чтобы скопировать корпоративную структуру, все эти политики, как устроен совет директоров, как устроена дивидендная политика и так далее. Мы их называем недонегодяи, второй эшелон. Есть третий эшелон, компании нишевые. Что такое нишевые компании? Посмотрите на показатели net income margin. Сколько в проданном долларе прибыли заложено в компании. Если там много, значит компания нашла какой-то секрет. Значит она какую-то индустрию взломала.
знаешь, что-то за что-то она получает больше, чем конкуренты. Она становится очень лакомым кусочком, потому что, как правило, компании небольшие. Это там и биокомпании, которые сейчас вот на коронавирусе хорошо прокатились. Они вот в каком-то продукте, они номер один. Эти, у этих компаний есть два пути развития. Первое, они начинают сами самостоятельно расти и становятся большими. И доходят до статуса Visa или MasterCard, например. То есть они вот, Visa и MasterCard – это олигополь. Как ни крути, ну, система МИР с ними ну, не может конкурировать в глобальном масштабе, это всем очевидно. Вот есть компании, которые эти ниши занимают. Поэтому мы среди них тоже выбираем. А второй путь развития – это когда им приходит большая крупная компания, говорит, я тебе предложу премию 80%, 100%, 50%. В текущей цене продашься. Как помните, недавно было на… Где выступал? Олег Тинькофф выступал. На Дожде вроде выступал. Hard Day's Night у них там программа есть. И он говорит, ребят, вот когда вам там услышали кучу булшитинга, почему я не продал Яндексу за… Там, цена была 6 миллиардов. Они обсуждали сделку, долго ее готовили. Он говорит, всегда причина одна. Не доплатили. Я хотел, чтобы заплатили больше. Они мне сказали 6, я сказал 6,5. Поэтому я не продал. Вот у всего есть цена. У любого бизнеса есть цена. Вопрос премии, которую вам предлагают. Ну и правильно сделал, что не продал, потому что сейчас, сами видите, уже Тинькофф уже за 10 миллиардов перевалили акции. Поэтому, в принципе, это было решение достаточно правильное. Вот, так и здесь. Мы смотрим на эти компании нишевые, потому что мы знаем, что у них два пути. Либо они, как Тинькофф, будут сами развиваться и становиться большими, либо их кто-то с премией купит, и мы на этом тоже заработаем. И вот четвертый эшелон – это те компании, которые, честно говоря, я в них глубоко не погружаюсь. Мы много денег в них не инвестируем, потому что это уже четвертый эшелон, это уже хвостик, это вот как казино, по сути. Где вот наши ребята смотрят по всему миру, какие компании, на их взгляд, сейчас стоят очень дешево по отношению к тому, что они должны стоить. Вот если всем рекомендую прочитать книгу Билл Браудер «Red Notice». Вот он, Билл Браудер, наверное, слышали, те, который самый успешный, самый большой инвестор был в России. У него был фонд там, в 4,5 миллиарда долларов еще в начале 2000-х годов. Я помню, потому что он был нашим клиентом в UBS, когда я работал. Он прям мощнейший такой инвестор. И у него есть вот философия инвестирования. Он говорит, я приехал, когда в России вот приватизация была, в какой-то мурманский какой-то флот был небольшой. Он говорит, я говорю, сколько у вас кораблей? Он говорит, да, 200 штук. А сколько они стоят? Ну, там, по 20 миллионов каждый. Он так быстро посчитал. Он говорит, ничего себе, то есть там 4 миллиарда. Он говорит, а почем вы продаете? Он говорит, а там, за 25 миллионов долларов мы сейчас будем делать приватизацию. Я уж точные цифры не помню, но смысл такой. Он говорит, как так? То есть, если я сейчас вас куплю за 25, то даже если я продам со скидкой 50% все ваши корабли, эти флотилию, то я уже сделаю несколько тысяч процентов. Он говорит, ну да. И он увидел, что вот как бы не цель, а можно очень много заработать, если находить такие возможности. Когда ты покупаешь что-то, что стоит дешево. Больше за долгосрочное, краткосрочное. Мы всегда смотрим десятилетний горизонт. Как быстро компания, вот мы, как многие наши студенты знают, когда у нас много их было, мы там каждый день лекции когда вели, я очень много говорил про Macy's и Carnival. Говорю, вот смотрите, у нас есть стратегия, где мы смотрим, там такой option-based investment, когда мы смотрим на компании, которые потенциально могут обанкротиться из-за коронавируса, но потенциально могут взлететь, если найдут способ адаптироваться. Вот Macy's и Carnival были наши две любимые компании. И это вот было три месяца назад. Я уже не помню. Я говорил, вы купите их, потому что на десятилетнем периоде они обгоняют любые другие компании в их когорте, в их peers, их конкурентов. И ну вот опять же, десятилетнее инвестирование. Но они скорректировали за два месяца. Они взлетели там в два с лишним раза. Поэтому, когда мы смотрим на десятилетний горизонт и находим самые сладкие компании, это не значит, что мы будем сидеть в них 10 лет. Мы из них выйдем, скорее всего, через неделю, через две, поймав 100% или, может быть, даже больше. Три последние бумаги, которым мы довольны. У нас нет три последние бумаги, где мы довольны. Мы, вот, если кто-то подписан на мой Инстаграм, мы каждый день показываем позицию, на которой мы заработали достаточно много. Каждый день. Вот вчера я показал бумагу, можете зайти, у меня Инстаграм 505-0552. Это мой номер телефона, поэтому очень легко запомнить. И увидите, на котором мы вчера заработали. Вот каждый день будете их видеть. Это как раз вот наша группа квантов, которую мы анализируем 600 тысяч компаний. Вот мы в них входим небольшими деньгами, но зарабатываем несколько тысяч процентов практически каждый день. Но это, опять же, на маленьких суммах. Естественно, основной портфель мы туда не будем. Мы и рынок не переварим, потому что компании достаточно маленькая капитализация. У нас уже больше 4 миллиардов долларов, которые мы в портфеле, которым мы торгуем.
эти бумаги уже не надо заходить. Надо заходить в те бумаги, которые сейчас на 10-летнем периоде дойдут вам больше, чем их конкуренты, чем компании в этой же группе. Вот в эти бумаги надо заходить. Каждый, вот мы сейчас, я с утра когда сидел сегодня, смотрел, мне моя группа прислала эти бумаги, мы в них заходили. Вот мы сегодня купили несколько там, десятков бумаг, которые сейчас самые лучшие. Мы это делаем каждый день. Мы ребалансируем, мы выходим из бумаг, которые достигают, которые становятся уже менее интересные, и заходим в те, которые более интересные. Опять же, смотрим на cash flows на 10-летнем периоде. У тех, у кого они больше в текущей цене, мы берем. И каждый день это делаем. Это называется ребалансировка. Но это уже ребалансировка на рынке акций, потому что вы больше всего спрашиваете про акции. Я советую вам все-таки начать с облигаций. Потому что когда у вас будет облигация, вы увидите, что вы можете сделать уникальную вещь. Вы можете, не рискуя ничем, каждый день повышать свою зарплату, повышать свой доход. Что такое повышать доход? Очень важно. Это не то, что срубил бабла и пошел. Повышать доход – это значит, вот у вас сейчас зарплата 100 тысяч рублей. Зарплата в смысле то, что вам капает без ваших усилий. Зарплата – плохое слово. Доход у вас, проценты, которые вам капают с ваших инвестиций, которые будут капать точно, без рисков, потому что это надежные бумаги. 100 тысяч рублей в месяц. Что такое повысить доход? Сделать ребалансировку, одну бумагу поменять на другую и сделать так, что вам уже капает 105 тысяч. А через день еще раз сделать 110 тысяч. Это доход, который от вас больше не зависит. Вы можете пойти и плавать на яхте еще 5 лет следующих. И все равно эти деньги вы будете получать. Но если перед тем, как зайти на борт яхты, вы еще одну ребалансировку сделаете, вы уже сделаете себе доход 115 тысяч, 120 тысяч. То есть вы повышаете свой доход. Вы не срубаете сиюминутно денег. Вы делаете так, что вам денег все капает больше. От вас это не за... Вы своим детям передадите, они будут... Пропустил я вопрос. Не успел, потому что у меня тут сверху пришел этот... Кто-то меня там с днем рождения поздравил на 2 дня раньше почему-то. Вот. Вот это вот главная наша философия инвестирования. Поэтому я не знаю, как эту историю хотят посмотреть, потому что они возникают и пропадают. Поэтому если вот вопрос сейчас придет, я прочитаю. И вам буду на него отвечать. Но смысл, я думаю, я вам уже передал того, что я думаю, что вам нужно делать. Какое соотношение оптимально для начинающего? Для начинающего оптимально начать с облигаций. Сделать рублевый, если вы в России, по-русски говорите, я предполагаю, что вы из России. Я рекомендую начать с рублей. Почему? Потому что у вас максимальное количество инструментов рублевых доступно любому человеку через любое брокерское приложение, которое в России есть. А риски России, о них поговорим отдельно. Потому что вообще, в принципе, держать в России активы любые, ОФЗ, держать в России очень рискованно. Они все хранятся у брокера или в центральном депозитарии. Даже из центрального депозитария воруют активы. Тем более сейчас с киберпространством, потом скажут, что с вашего сертификата, с вашим паролем кто-то что-то там прислал. И потом вот как к нам клиенты обращаются, и мы сейчас ведем очень много судебных дел, пытаемся вернуть эти активы. Они говорят, нет, извини, вот у нас пункт есть, что типа если нам показалось, что с вашего сертификата пришел запрос, мы ничего делать не будем, мы умываем руки. Поэтому из российских депозитариев воруют ценные бумаги. Пока они воруют мелочь, но если у вас больше 100 миллионов рублей, шанс того, что у вас их украдут, он очень, очень высок. И то, что вы потом его не найдете, не сможете вернуть. Даже найдете, куда они ушли, но вернуть не сможете. Очень высокий такой шанс. Поэтому, в принципе, в России я бы не советовал вам держать основные ваши деньги. Но потренироваться лучше российского рынка ничего нет. Потому что вы можете по 1000 рублей купить ОФЗ. Вы можете опустить комиссию практически до нуля, ну не до нуля, там, ну, до смешных значений сейчас из-за того, что борьба брокеров идет, сейчас комиссии опустились очень низко. Поэтому мы рекомендуем начать с российского рынка облигаций, посмотреть, как работают ребалансировки, как можно повышать каждый день свой доход, вот ту зарплату несгораемую, которая не зависит от ваших действий, которую можно передать своим детям, своим наследникам. Вот это вот лучше всего делать на российском рынке с маленьких сумм. Когда вы поймете весь механизм, перед вами открыт весь мир. Вы можете любым торговать инструментом, можете переехать в любую страну мира. Потому что такие же инструменты есть везде. В Индонезии, в Турции, в Европе, в любой стране, в Мексике, в США, в Канаде, куда угодно вы переедете, будете делать то же самое. Будете каждый день повышать свою зарплату. Каждые полгода переезжать в лучший апартамент. Каждый год менять машину на более крутую. Потому что у вас будет зарплата расти уже в результате ваших ребалансировок. Вам не надо ходить на работу для этого. Вот это вот вся философия, которую мы передаем во время обучения, которую мы показываем, как это легко делать. Потому что с первого занятия вы это делаете. Не увидел, блин, опять вопрос.
Василя, нельзя, а я есть нет такого функционала, чтобы я мог. Нет, это driving mode. Слышно меня? Нет, я что-то тут понажимал. Нормально, вот. Потому что я бы хотел, чтобы у меня на экране видны были эти вопросы. Они появляются и исчезают, поэтому я не успеваю их запомнить. Вот. Не знаю, что еще вам рассказать. Вроде ответил на те вопросы, которые увидел. Задавайте еще, чтобы было веселее. Вот. А по поводу GameStop. Да, по GameStop вы спросили. Я по GameStop не ответил. GameStop — это и есть та самая эйфория, которая была. Ну, во-первых, это очень классная атака. Хоть и парень выступал перед Конгрессом и защитил свою позицию, сказал, что я типа никого никуда не призывал, я сам такой очень тяжелой семьи, я был рад своим первым деньгам, я пошел работать брокером, обучился этому, и вот теперь кое-что начал понимать, но ни в коем случае я не думал, что мои действия приведут к такой волне. Он увидел что? Он увидел, что несколько фондов шортят бумаги, то есть ставят на то, что они упадут. И в таком случае вы можете потерять бесконечно. Потому что если бумага стоит $2, и вы ее шортите, вы можете заработать только $2. А если она выросла до 200, вы заработали уже в 100 раз больше, чем потеряли уже в 100 раз больше, чем поставили. А если до 2000, в 1000 раз больше, в принципе, она может дойти и до 2 миллионов, и до 20 миллионов. Поэтому вы можете потерять вообще все, что у вас есть. Опять же, а стоимость акций будут уже сочетать в сферу инвестиций из этой ситуации. А из-за этой ситуации с GameStop, я так предполагаю. Смотрите, и да, и ужесточать. Но, во-первых, наоборот, вот я как бы в Америке, в чем Америка хороша? Тут свобода. Ты, в принципе, можешь делать все, что хочешь, вот как Илон Маск. Вот по идее, его бы уже надо давно наказать. Ведь что он делает? Он сначала накупил биткоины, потом он сказал, мы верим в биткоины, вот мы думаем, что это классно, и биткоины взлетели. Он купил акции этого популярного сейчас, не мессенджера, а социальной платформы, как она называется, напомните мне, где все по рации говорят, Clubhouse. Ну, купил акции, он сказал, вау, давайте там, Путин, поговорим с тобой в Clubhouse. Такое. И потом взлетели акции Clubhouse. Ну и так далее. То есть у него, я не точно не помню, что именно он еще делал, но это такой хулиган, который манипулирует всем вот этим своим влиянием на аудиторию, на основу тинейджерскую, или кто там за ним следит, тинейджерскую, которая, молодых специалистов, которые верят свято Илону Маску. Вот это, с одной стороны, свобода, с другой стороны, это практически манипулирование рынком. Это, ну, по закону, наверное, нельзя его осудить, что это манипулирование. Он же просто говорит, что я высказываю свое мнение, я же не призываю всех купить. Вот то же самое. Вот Америка на этом стоит. Тут как бы все свободно. Тут ты делаешь все, что ты хочешь, пока ты только не нарушаешь закон. Шортить можно? Можно. Если вы верите, что компания переоценена, конечно, можете ее зашортить. Зачем регулировать? Зачем запрещать вам шортить? Вы идете на свой страх и риск. Вы прекрасно понимаете, что вы можете все потерять. Но с другой стороны, вы хотите заработать на том, что вы считаете, что актив переоценен. Мы не шортим. Если вы хотите шортануть, всегда есть возможность сделать это не банальным шортом, как это сделать Melvin Capital, потому что это очень уж старый, там, прошлый век. Это можно сделать через набор инструментов более таких, как это сказать, более экзотических. Поэтому я не против шортов. Я не против шортов, но это не наша не специфика. Мы наоборот, мы еще недооцененные активы и в них заходим, потому что нам за последние, это все, что я делаю с 98 года, поэтому, в принципе, я буду пытаться менять мою стратегию, если она мне столько денег приносит последние 23 года, я особо смысла не вижу. Вот поэтому я не думаю, что будет регулирование направленное на то, чтобы запретить шортить или то, чтобы запретить общаться в публичных сетях. Какими брокерами? Брокерами мы пользуемся основными мировыми. То есть это все, кто вы увидите в топ-10 инвестбанков. Мы не пользуемся брокерами, мы пользуемся инвестбанками как брокера. У нас все вот эти JP Morgan, UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank. Вот они все наши Barclays, крупные контрагенты по нашим сделкам. Физлицам это недоступно, только если они не private clients, не private. Сколько инвестбанков, почему не в одном? Потому что если вы в одном, никогда не надо быть в одном. Если у вас несколько, вы всегда можете конкурировать. Они конкурируют друг с другом за вашу стоимость. Когда вам вы хотите купить продукт не просто биржевой товар, а хотите купить OTC-шный инструмент, OTC – это over-the-counter, не биржевой. И вам говорят, вот там по 105. Он говорит, да, я говорю, я возьму у Deutsche по 104. Он говорит, ну ладно, давай, по 104 бери у меня. То есть когда у вас есть второй вариант, всегда вам предложат лучшую цену. Поэтому вам всегда лучше
у вас должен быть ну, самый оптимальный вид prime broker и иметь direct отношения со всеми остальными брокерами, а все клирить через своего prime broker. Ну, опять же, это вам физлицам это не актуально, вам просто лучше выбрать один из топ-10, топ-20, топ-30 биржевые товары, сейчас расскажу. Топ-30 брокеров, приват-банков открыться там, и они вам дадут всю инфраструктуру, которая у них есть, потому что они обладают этой инфраструктурой сами. Биржевые товары. Вот, знаете, есть такое мнение, что товары, биржевые commodities покупают те, которые считают, что народ тупой, что народ не научится выжимать больше того, что ему надо, энергии, например, из биржевого товара, с литра нефти, что народ максимум выжмет там 70 лошадей с, нефти, с литра бензина и не будет выжимать больше, а мы видим, что на самом деле наука идет вперед. Поэтому нет, мы не любим биржевые товары. У нас есть знаменитая наша стратегия, как мы торгуем доллар рублем, мы торгуем через нефтяные котировки в том числе, и мы никогда не берем нефтяные фьючерсы. И те, кто смеялся над нами и говорит, нет, Саша, так, да, каждый мы ребалансируем каждый день. Нет, каждый мы ребалансируем 24/5, 24 часа, 5 дней в неделю, потому что на выходных ни одна биржа не работает. Мы представлены во всех часовых поясах, по крайней мере, в тех часовых поясах, где идет торговля в этот момент, начиная с Азии и заканчивая Америкой. Поэтому у нас всегда вот 24/5 у нас идет торговля. Вот по биржевым инструментам у нас есть стратегия по рубль-доллар. И наши клиенты говорят, почему ты просто не купишь нефть через бренд, через фьючерс на бренд. Я говорю, не куплю, потому что мне не нравятся commodities. Я физически не люблю биржевые товары, особенно те, которые привязаны к физической поставке. И вот над нами смеялись, пока не наступило 19 апреля 2020 года, когда нефтяные котировки не упали до минус 42. И те, кто их покупал там по 10, по 20, надеясь, что они взлетят, и думали, что ниже нуля-то они точно не пойдут, то те потеряли все. Потому что до минус 42 они опустились. А почему опустились? Потому что логистические особенности есть этих контрактов. Их надо физически клирить. А чтобы физически клирить, нужна физическая инфраструктура. А здесь всегда есть limitations, всегда есть ограничения. И всегда вы можете как-то вынести. Поэтому мы не советуем никому связываться с биржевыми товарами. Есть миллион возможностей взять exposure биржевого товара более интересными инструментами, которые вырастут гораздо больше, чем сам товар. Вот что вырастет, если вырастет цена на нефть? Вот напишите здесь в чате. Кто покажет больший рост, чем котировка на нефть? Вот если хотите взять bullish на нефть, если вы верите, что ETF, PIF ETF, вообще забудьте про них. PIF ETF – это офис, куча людей, секретарш, диваны красивые, и вы им даете деньги, и они покупают за вас активы. На чем они зарабатывают? На комиссиях, которые они с вас берут. Если бы вы сами бы купили актив, вы купили бы за 100. А через них вы покупаете за 110, потому что эти 10 надо им, чтобы заплатить себе зарплату, нанять секретарш, купить диваны красивые, чтобы там секретаршами наслаждаться хорошим видом из окна и так далее. Вы все это оплачиваете. Любой PIF, любой ETF на этом существует за счет ваших денег. Вы просто даете деньги им, дарите. Вот мы не советуем это делать. Если вам нравится композиция ETF, возьмите и купите чистые активы, купите ингредиенты сами, сделайте сами салат внутри себя, не платите им за это. Вот поэтому не советуем любые формы коллективных инвестиций, особенно в России. В России, в принципе, инвестировать, надеюсь, их нет среди слушателей. Да не, ну, блин, я настолько уже на всех конференциях, когда они даже сидят и слушают, я это в лицо им говорю. Нет. Но от правды не уйдешь. Все равно есть вещи, которые рано или поздно понимает любой человек. А здесь все очевидно. Не советуем вам иметь дела ни с какими формами коллективных инвестиций. Ни с какими. Особенно страхование жизни, пенсионные вот эти накопления. Ребят, не надо. Сами создайте портфель, откройтесь в нормальной юрисдикции, в нормальном приватбанке, в нормальном брокере и купите себе активы. И наблюдайте за их ростом. И сравните с вашим соседом или с вашими друзьями, которые купили ETF, PIF или страхование жизни. И просто посмотрите, сколько у кого денег. Даже то же самое. У него там, увидите, набор акций, облигаций, или что у него там в портфеле, в ETF. Купите то же самое у себя. И через год с ним встретитесь, пиво попить. И сравните два ваших счета. И вы все поймете сами. На что они живут? Они живут на ваши деньги. Они живут. Их доход – это ваш проигрыш. Это их доход. Как вот эти все форексные компании или вот те, кто предлагает вам участвовать в IPO. Опять же, ребята, если хоть кто-то увидите, что брокер вам предлагает участие в IPO, просто убегайте от него подальше. Конечно, можно. Открыть вопрос, можно ли россиянину открыть счет в зарубежном банке. Ребят, с 2004 года у нас есть закон
173, да, у нас называется ФЗ, который позволяет, там, статья 12, возможно, ошибаюсь, но может быть так, закон о валютном регулировании, где вы увидите, что вы имеете полное право, как гражданин Российской Федерации с российским паспортом, открыть счет в любом банке зарубежном. Можете прийти и открыть. Вот в Америку придете, откройте своим паспортом. Спокойно откроют. В Европе, в Швейцарии, в Лондоне, да где угодно вам откроют. Имейте полное право. Встает вопрос. Россия хочет, чтобы вы отчитались по этому счету. Зачем это России знать? Ну, они объясняют это тем, что... Даже не знаю, чем они объясняют, честно говоря. Ну, там, чтобы они видели полный контроль за тем, что делают Россия, россияне за рубежом. Ну, хотите, отчитывайтесь. Не хотите, можете штраф заплатить, не отчитываться. Есть масса способов, абсолютно законных, сделать так, что не надо отчитываться перед ними, даже если у вас российский паспорт. Масса таких способов. Если хотите узнать, приходите, я вам расскажу, я не буду это публично делать, потому что это все-таки такие ноу-хау, которые мы разрабатывали годами. Поэтому не хочу их там бесплатно всем публично говорить. Так, что там еще, какой вопрос был? А, ну, ребалансировки я ответил ежедневные. Счет открыть, да, можете спокойно, в любом. А, ну, проще получить второй паспорт, конечно. Сейчас вот в связи с коронавирусной пандемией страны многие лишились дохода, да, прийти к вам. В sfg.ru, WSFG, Whitestone Financial, или просто Whitestone AG. Напишите в любом браузере, у вас первый линк, я думаю, будет про нас. Там, там все контакты есть, имейловские. Можете на имейлы, да, спокойно там написать. Наши ребята увидят или мне. Если на русском напишут, они мне перешлют. Потому что у меня в основном швейцарцы там сидят. Поэтому если все российское приходит, все равно мою команду, моя помощница увидит. Вот. Регулирование – это очень интересная вещь. Поэтому из-за того, что коронавирус повредил доходы многие страны идут навстречу тем, кто хочет вложить им денег. И они говорят, группы набираем постоянно. Постоянно набираем группы обучения. Вот как только вы пришли, оплатили, мы вас добавили. Группа из 5 человек. Как только 5 оплатило, мы начинаем занятия. Так получается дешевле. Так получается в 6 раз, из 5 человек, да. Получается в 5 раз дешевле, чем цена. То есть если цена там $3000, получается по $600. Целый курс, который там на полтора месяца. Вот. Это и есть социальный проект. Мы все делаем по себестоимости. У нас bottom line тут ноль по всем услугам, которые мы предлагаем в рамках социального проекта. То, что мы делаем физлицам, все с нулевым bottom line. У нас мы решили вот таким образом заниматься charity, благотворительной такой общественно полезной деятельностью, чтобы развивать финансовую грамотность среди в первую очередь русскоговорящих людей, потому что мы хотим им помочь, учитывая ту ситуацию, в которой они находятся, что у нас. Да, материалы, конечно. У нас все это не то, что материалы. Мы вам даем таблицы, модели, по которым вы рассчитываете справедливую стоимость. Вы видите, насколько какая бумага сейчас. Они не то, что мы даем, они у вас автоматически обновляются. Мы делаем линки, чтобы они подсасывали информацию с интернета и в автоматическом режиме обновлялись. Вы просыпаетесь, открыли свой это Google, позволяет делать Google Docs. Google Drive, вот, наверное, знаете, там есть Excel. Google Docs вместо Excel, онлайн Excel, по сути. И вы просыпаетесь, и у вас прямо там видно, вот это сейчас надо покупать, вот это продавать. И если вы это будете делать, у вас прямо считается, сколько денег вы, насколько вы увеличили свой доход. Какая у вас будет зарплата, сколько вы можете планировать тратить. Видите, что уже вот, 300 тысяч рублей вам в месяц уже капает. Уже думаете, о, сейчас возьму квартиру за 150, там, любовницы сниму там за соточку и так далее. То есть у вас уже, вы можете планировать свои расходы, и это от вас не зависит. Есть у вас работа, потеряли вы работу, поругались вы с женой, неважно. Это уже то, что вам все равно принесет доход. Вы можете на него спокойно, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее и комфортнее. То есть вы будете путешествовать по миру, зная, что у вас каждый день вам капают деньги. И вы будете ровно до копейки видеть, сколько вам капает. И потом сверять, о, правда, капнуло, смотри, вот на мой счет капнуло, вот на карту перевел, вот с банкомата снял. Поэтому да, вот мы переводим регулярно. Не переводим, набираем группы, а регулярно и делаем наши курсы. Блин, вопрос, я начал отвечать, я забыл какой. Все-таки я не могу работать в таком виде, когда одно отвечаю, второе приходит, надо как-нибудь придумать, как их структурно, может, записывать, на бумажку надо, чтобы не забывать. Вот, вот это вот основное. Я вам говорил про паспорта. Ну вот, очень многие страны заинтересованы в том, чтобы повысить свой бюджет тем, что они дают гражданство людям за инвестиции. То есть есть много стран, где вы просто инвестируете, вы даже ничего не теряете. Вы просто используете их платформу, их брокера, по сути, чтобы инвестировать деньги. Но из-за того, что вы это сделали, вам дают паспорт. И вы уже становитесь совершенно, более гибким человеком во всем мире. Перед вами, если вы возьмете 2-3 паспорта, у вас все страны мира будут безвизовые.
Вам не надо, в принципе, даже за визой никогда обращаться. Вы можете жить сколько угодно в любой стране. Хотите год, два, три, пять, десять лет. Поэтому здесь есть свои вот... Видите, как деньги, какие проблемы решают. Не только позволяют вам зарабатывать, повышая свой доход каждый день, но и позволяют вам быть более flexible в этом мире, более гибким, более уверенным. И опять же, тогда вы сможете спокойно все свои активы перевести уже на другой паспорт, не на российский. Тогда Россия уже не сможет даже официально истребовать ни у кого эту информацию. Если у вас российский паспорт, вы открыли здесь, в Швейцарии, она теоретически может каким-то образом надавить на вас, там, арестовать активы ваши в России, сказать, пока разве эти вложения граждан, там нет вложений, не вложений. Вот я вам говорю, вот, торгуйте через там, брокера А, покупайте американские акции из России, или торгуйте по брокеру, откройте счет в брокере Б, который находится на территории другой страны. И покупайте те же самые американские акции. Так вот, если вы откроете счет в брокере Б и будете то же самое делать, вам просто паспорт дадут этой страны еще. Потому что официально эти деньги хранятся на территории другой страны. Это и есть такие. Это не то, что вы купили, причем там есть много, да, островные государства, их нет смысла брать. Ну, может быть, есть, если у вас там критическая ситуация, вам срочно надо, там за 100 тысяч долларов вам делают за 3 недели паспорта там, в Вануату, карибские страны. Но это как бы паспорт, который вам особо ничего в жизни не дает. Лучше смотрите на паспорт страны, где хотя бы население нормальное. И там есть минимальный, конечно, минимальный суд, что-то $1, что, конечно, есть. Это способ стран поднять свой бюджет. Если вы будете какой-то бизнес делать через этих брокеров, они будут получать комиссию, они будут получать доходы, и этот доход они будут платить налоги, и это будет идти в казну. Поэтому банки в этом, не банки, а правительство стран в этом заинтересованы. Вы заинтересованы в том, чтобы стать свободным человеком. И потом уже думать, по какому паспорту вам, где выгодно что сделать. Не просто летать по миру, где какая виза, где по какому паспорту визу не надо, а где какие налоги, где какие преференции, где какие специальные программы. Вы не представляете, сколько в мире программ межнациональных. А что именно узнать подробнее? Все, можете узнать, все наши контакты есть на wsfg.ru, wsfg, whitestonefinancialgroup.ru. Там, в принципе, есть все, краткое описание всех наших услуг. И контакты. Вы можете спокойно с нами связываться, и соответствующий специалист будет с вами уже общаться, смотря какая услуга вас заинтересовала. Вот. Но основное, это не основное, что мы делаем. У нас есть Whitestone Family Office. Мы как организовались, в принципе? Когда я всю жизнь работал в иностранных инвестбанках. И в 2010 году я работал в крупнейшем швейцарском банке, был директором. Я был первый сотрудник в России UBS. И строили бизнес с нуля. Естественно, я узнал всех клиентов, которые заинтересованы в швейцарских счетах. А это, сами понимаете, потому что, вы понимали, у нас 3 триллиона долларов на тот момент, сейчас я не знаю уже сколько, сейчас гораздо больше, лежало в Швейцарии. 3 триллиона долларов. У нас сколько ВВП России? 1,5 триллиона. У нас в 2 раза больше ВВП России уже российских денег лежало в Швейцарии, когда я там работал уже. То есть, представляете, там масштаб. У нас в России столько денег нет, сколько в Швейцарии русские держат, российские граждане. Поэтому из-за того, что мы с этими клиентами работали, я им показывал стратегии, на которых я сам зарабатывал, которые мы делали себе, банку, и их это заинтересовало. И они мне предложили создать некую инфраструктуру, чтобы компанию или фонд, куда они могут деньги завести, чтобы мы эксплуатировали вот эти неэффективности. И так появилась вот наша финансовая группа. Мы оттуда и выросли. Что вот эти российские большие клиенты, они стали нашими якорными инвесторами. Потом, естественно, мы уже стали развиваться по миру, у нас появились клиенты с Казахстана, с Украины, с Азербайджана, и потом с Восточной Европы, а потом мы уже пошли на международный уровень, и сейчас вот с 2 года назад начинаем, не то что начинаем, уже начали в Америке развивать бизнес, и очень-очень активно у нас здесь это все получается делать. В каждый новый штат приезжаем, мы сразу еще столько же бизнеса. Тут как бы Америка очень из-за того, что штаты, как сказать, есть демократические, есть республиканские, они разобщены, у них даже разные законы в разных штатах. Поэтому, когда приезжаешь в новый штат, как будто приехал в новую страну, тут совсем новый бизнес. Некоторые люди вообще не выезжали дальше своего штата всю свою жизнь. Я встретил парня, ему 38 лет, в Чикаго, который мы с ним познакомились, он приехал, и он такой: «Вау, небоскребы!» Я говорю: «В смысле, чувак, ты же здесь живешь, в Иллинойс?» Он говорит: «Да, я живу, но я живу там через 10 километров». Я говорю: «Ну и чего?» Он говорит: «Ну я никогда в Чикаго не был. Я всегда вот был в нашем. А зачем выезжать? Вот ты вышел, у тебя тут тот же самый Walmart, Target, те же самые рестораны. Приезжаешь в новый штат, в принципе, инфраструктура та же самая. И ты думаешь, а смысл тебе ехать через
55 километров или 10 или 50, там ничего нет. Там то же самое, ты приедешь, там ровно то же самое. Ну, с точки зрения бытовых удобств. Да, там, наверное, какой-нибудь Диснейленд есть, да, там Гранд Каньон есть. Там, ну, и казино, может, там чуть лучше. А так, в принципе, все то же самое. Поэтому люди не выезжают. И когда он приезжает, вау, смотри, тут небоскребы, я вообще в шоке был. Я говорю, чувак, я тебя моложе, и я, как бы, уже во всех континентах был, а ты вот меня чуть старше, и первая жизнь увидел небоскребы, хотя живешь рядом с Чикаго, а Чикаго славилось у него. Там, одно время Willis Tower был самое высокое здание в мире, которое до сих пор там стоит, но уже далеко не самое высокое. Вот. Так что не знаю, сколько у нас времени, есть еще вопросы, или там уже Василя уже все принудительно остановила, чтобы уже вы ничего меня не спрашивали. Поэтому, если есть вопросы, пишите, еще что-нибудь вам расскажу. Так-то много могу рассказывать, я вообще могу часами. Не знаю, как у вас там с графиком. Вот. Нет вопросов, да? Василя, мы как тогда, что делать? Еще что-то рассказывать или ждать, пока вопросы будут? Или уже все у нас по времени? Василя уже, наверное, уже устала меня слушать, уже заснула. Чего он там несет? Спать под него хорошо ложиться. Нет, я не сплю, я на самом деле все записываю. Я ведь тоже у вас, по сути, сейчас учусь. Ну, на самом деле, я предлагаю вот такие стримы делать в районе часа, да, чтобы и вы от нас не устали и соглашались с нами встречаться почаще. Давайте, может быть, на следующую встречу, может быть, какую-то тему зададим или там договоримся, что... ну, на конкретную дату, да, чтобы люди уже планировали и попродумывали весь месяц, например, думали, о чем вас будут спрашивать. Ну, можно, наверное, можно от них, от людей, что вот что самое популярное в их вопросах сегодня было или будет, или предложить им, потому что я не знаю, что им интересно. Мне это, может быть, то, что я говорю, может, им вообще не интересно, может, они хотят что-то другое слушать. Поэтому мне, конечно, надо идти от клиента, они все-таки наши клиенты, хоть мы все это бесплатно делаем. И будем отталкиваться от того, что они хотят. Давайте тогда договоримся так. С этой видеозаписью, этой встречи, мы, когда будем ее рассылать, сделаем тогда опрос, попросим обратную связь, какие темы интересны, и уже, может, некий план тоже, да, выстроим, чтобы было понимание. Друзья, ссылки на сайт Александра, где можно поподробнее все узнать, мы тоже сейчас пришлем в чат. Можно будет перейти, завтра в рассылку тоже включим, поэтому ждите новых клиентов, Александр. Хорошо, с удовольствием, все равно мы все бесплатно делаем, или по себестоимости. Хорошо, спасибо, Василя, спасибо всем, ребята, был рад с вами пообщаться, и надеюсь, еще увидимся, если я вам особо не надоел. Да, мы, в принципе, вот с вами говорили, да, что некоторую периодичность попродумать, может быть, вот так вот раз в месяц, да, в последний четверг каждого месяца будем встречаться в онлайне и мучить Александра нашими вопросами. Я с удовольствием, мне подходит. Тогда, друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо большое за вашу активность. Кому-то доброго вечера, а кому-то прекрасного дня. Спасибо. Солнечный день прекрасный, действительно. Все, спасибо, всем пока. Пока. Leave.